как бы не прошел всех этих испытаний. Я сдавал экзамены во время окончания вообще образовательной школы. Хотя скажу, что пользуюсь всевозможными такими способами, чтобы не учить, а так кажется, все-таки получить оценку. Вот. Не ставил цель какие-то получить особые знания, хотя это в крайне неправильно, потому что школа и этот период вот, учебы, он как раз дан в первую очередь, чтобы человек получал знания. И если система экзаменов или там ЕГЭ, или как, если она способствует тому, что человек действительно учил, что он получал знания, то это хорошая система. А если же она не дает конечный результат, значит, она не нужна системе. Я просто ее, эту систему глубже не знаю, потому что я в ней не учился по этой системе. Ну, понятно. А если студенческие годы, да, вспоминать, прямо поступление, момент поступления в высшее учебное заведение, какое было высшее учебное заведение? У меня консерватория была. Консерватория. Не все будут поступать в консерваторию, естественно. Все будут поступать в разные вузы. Но именно на вступительных испытаниях был или какой-нибудь случай такой интересный, да, который памятный и поучительный? У меня...